Чисто теоретически в этом видео могут присутствовать мат, сиськи, еноты. Так что если тебе нет 18 лет, закрой его быстро, то мамка по жопе надает. Всем енот, друзья, с вами Пуховик, и сегодня в микроплее мы поиграем в игру Moto X3M. Play. Это покатушки на мотоциклах, на которых нам нужно всего лишь добраться до финиша за определенное время и при этом не убиться нахрен, потому что вещей, которые могут вас здесь убить, просто полно. Очень много. Это всякие лезвия, шипы и прочая хрень, которая очень недружелюбна. Чтобы уменьшить максимальное время, вы должны делать всяческие трюки, типа бэкфлип, фронтфлип. Я не знаю, что здесь еще можно делать. Я пока только эти два трюка делал, так что я не в курсах, ребят. А вот мы уже и в танчики играем. Тараним на танке все, что можно. Крутяк, крутяк. В игре про мотоцикл еще есть танки, здорово. По-моему, сейчас бомбанет. Обачки. Мы прошли. Но я бы мог сделать один трюк, и тогда бы и на 39 секунд на золото прошел бы. Ну ладно. Не буду переигрывать, потом кому надо. Вот та-та-та-та, вот это да, главное не разбиться. Главное не убить себя. Ух ты, гребаные бочки, кто здесь бочки-то понаставил? Так, нормально, вроде... Ага, чекпоинт, это чекпоинт у нас загораются. Вот это жопа, я взорвался, блин. 22 секунды показывают, то есть надо с первого раза проходить, потому что время здесь не сбрасывается, я так понимаю. Ух ты, вот это да. Вот это здесь туннели интересные. Опс! Так, понял, понял, не ну... Да, говорю, ну я же остановился. Отлично. Проехали. Проехали как надо. Главное не взорвать свой веселый байк. Отлично, там финиш, стоп, не разбиться бы. Отлично, финиш, все. Но я не успел вообще ни в одно время попасть, потому что я очень много разбивался. Но вы сами можете попробовать и задротить время, которое вам надо. Ссылочка на игру будет в описании, конечно же. Так, шипы гребаные. Гребаные шипы. Фух, главное вовремя повернуть байк так, как вам надо. Отлично. Вот это да, вот это я жив, вот это я еще жив. Ну, ой-ой-ой, что там сейчас будет, по-моему, нехорошее, твою мать. Да, не надо было разбивать свою бошку об потолок. Слишком быстро я газовал. Но я же не знал. Отлично. Ух ты, вот это сумасшедшая какая-то вещь. Ой, 23 сотых не хватило до 3 звезд. Блин, стрёмно. Ну ладно. Ну ладно, сейчас, я думаю, будет лучше. Хотя, наверное, будет еще хуже. Куда уже будет лучше-то? Да гребаные байки. Отлично. Уф, аккуратненько так проехали. Замечательно. Чекпоинт. Вот это... Блин, а что тут, как тут надо-то, я чуть не пойму. Как здесь надо свой байк поставить, чтобы он нас... Ага, башкой-то потолок тоже не очень весело. Вот так вот, аккуратненько, аккуратненько летим, все хорошо. Так, чекпоинт-то будет? Да, чекпоинт будет. В принципе, после каждого опасного участка здесь появляется чекпоинт. Давай, 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 выруливай. Ой, твою ёшметь, ну что ж такое-то? Все вроде нормально, все вроде нормально. Едем куда нам надо. Отлично, финиш. Ну да, я очень далек даже от одной звезды, потому что очень много помирал и вообще и не очень. Хорошо, хорошо, мы выбрались из этой шахты наружу. Ух ты, кто здесь подвесил груз? Самое главное, зачем? Неужто специально для нас? Ой, как я чуть не умер. Я ведь мог разбить свою голову. Легко об этот потолок. О, господи, что эта хрень хочет меня убить? Давай, газуй, не останавливайся, сучонок. Давай, газуй, газуй, газуй. Газуй, вот так вот хорошо, все хорошо. Что такое, что такое? Что это за хрень? О, фух. Это типа надо было притормозить, да, ну понятно. В принципе, если делать трюки, то можно вполне успеть в отведенное время. Например, вот так вот. Мы делаем трюк. И минус 0,5 секунды нам засчитывается. Сейчас попробуем еще какой-нибудь трюк сделать. Вот фронтфлип, например. А, отлично. А, ну фронт и бэкфлип здесь без разницы. Здесь да, 0,5 секунды за них даются. А если двойной сделать?
А если умереть, да, не стоило так переоценивать свои силы. Хотя, минус 0,5 секунды нам, может быть, даже и поможет. Давай, 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 вперед. Отлично, флип, еще один флип. Интересно, здесь можно трюки делать или нет? Что-то я в настройках управления этого не видел. О, мне даже флип тоже засчитали. Вот это да! Есть, отлично. А, но я все равно во времени уложился, даже в одну звезду. Потому что просто я тупой. Ой-ой-ой, гребаные шипы, теперь надо еще и на платформу попасть. Отлично, я попал, я просто герой. А, замечательно. 10 секунд, блин, как же долго эта платформа едет. Надо было попытаться, наверное, с нее съехать пораньше, чтобы сэкономить столь драгоценное для нас время. Давай, двойной бэкфлип. А почему только один засчитывается? Так, господи, ну я что, зря старался, что ли? Видимо, я зря это все делал. Оп. Оп, отлично, я живой. Я думал, что все... О, господи, что вы творите-то нафиг? Ой, а хорошо-то как. 35 секунд, мы даже уложились. А что здесь происходит? Что мне нужно? Меня просто уничтожило. Ладно, я понял, давайте попробуем. Холд. Не понял. Hold, accelerate и break. Я что-то ни черта не понимаю, ребят, зачем мне это надо. А почему здесь заднего хода нету? Нет, по-моему, это не так работает. А, о! Это типа держишь тормоз и газ, и он типа так разгоняется, набирает мужество. И потом как стартанет. Ну, это интересно, кстати. Давай, сука. Так, несемся аккуратно. О, господи! Что это за хрень меня встретила? По-моему, она какая-то недружелюбная. Очень недружелюбная. Определенно она... одиночка. С ней никто не дружит. О, господи, как же много. Как же много времени мне занял этот уровень. Так, ну это было просто, это было довольно-таки простое испытание. Отлично. Ой-ой, голову не разбей, пригибайся. Все хорошо, едем. Мы едем в далекие края. Давай. Нет, я что-то неправильно делаю. Разгоняемся давай по-человечески. А может быть мне там надо остановиться? Нет, но он задний ход не дает, поэтому в этом вся и проблема. Стоп, давай сейчас попробуем разогнаться. О, на год, замечательно, сучонок, не погибай. А, к чертям это все. Попробуем просто вот так вот. Нет, так не получится. А если все-таки попробую там остановиться наверху? Вот, ну почти, но вот если бы он умел задний ход давать, то у нас бы, может быть, что-нибудь да и получилось. Ой, вот это круто, вот это замечательно. Прям как пуховик прописал кому-то в щи. Оп, не разбей голову, пригнись, все хорошо. Отлично, и новый чекпоинт. Вау, вот это сумасшедший уровень. Сумасшедший просто уровень. Гребаные деревянные строения, что вам нужно? А, вон что. Вау! Как же так? Нет, я умру. Ждем. Отлично. Едем. Чекпоинт. И спускаемся вниз. Я правильно понял? Отлично. Очередной чекпоинт. Мы едем по пляжу. Там на фоне вон корабли. Наверняка там какие-нибудь красотки в бикини пляшут. На этих кораблях. Вау, отлично. Ну, это простой уровень, его даже можно было бы чисто теоретически переиграть, чтобы на быстрое время пройти. Но если вы хотите, сами можете это сделать. Да, нет, не хватает скорости. Вот так вот надо маневрировать. Надо маневрировать, сучонок. А, нет. Так дела не делаются. Ой, фух, кое-как перелетели мы.
через это орудие убийства. Я, в принципе, этому очень рад. Отлично. Ну, хоть чекпоинты расставлены на каждом шагу. Ни хрена себе, вот это мне пнули гигантским сапогом. Просто изничтожили. Отлично, подставили свою жопоньку и прилетели на финиш. Замечательно. Фух, ребят, дико интересная игра. Ссылочка на нее в описании. Если хотите, переходите, играйте. Выкладывайте скриншоты в группе ВКонтакте, где вы самый крутой, все прошли и вообще за очень малое время. А с вами был Пуховик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. Пока-пока. Игровой канал Пуховика, он самый лучший на земле, самый лучший во всем мате воронете. И ты подписан на него, я знаю точно, знаю, бро, не может быть оно иначе. С друзьями ссылкой парились и сразу станет ярче жизнь, ведь смотришь ты канал Пуховика.